Сегодня 1 октября, День пожилых людей. Мы благодарны вам за ваше наставничество, за ваши советы. Ведь долг младшего поколения – это заботиться о старшем поколении. Мы благодарны за то, что вы выросли и воспитали нас. Мы, как будущие юристы, знаем, как важна защита прав пожилых людей. И мы обещаем вам это.